Первая остановка в запланированном графике главы столичной администрации — улица Воровского. Здесь жильцы дома номер 6 обратились к властям с проблемой разрушения подпорной стены, которая расположена в их дворе. Граждане беспокоятся, что из-за аварийного состояния конструкции люди могут получить травмы. В свою очередь, симферопольский градоначальник отметил, необходимые строительные работы по данному объекту будут выполнены уже в этом году, но при этом следует обратить внимание и на другие проблемы. Чтобы вы просто понимали, дом — это ваша частная собственность. Все это, вот это все надо приводить. Я просто по ходу дела посмотрел, вот это надо приводить в порядок вообще. Это ваша общая домовая собственность. Как стало известно, жильцы этого дома до сих пор не заключили договор с управляющей компанией, а представители МУП «Киевский жилсервис» заявили, заранее предоставленные услуги гражданам выставлен значительный счет, который оплачивать никто не спешит. По мнению Игоря Лукашова, в вопросе содержания своего имущества симферопольцы должны первыми проявлять инициативу. Никто их не навязывал, найдите других. Вы должны заключить. Если вы не заключаете, мы обязаны назначить. Мы хотим получить ответ, почему не заключили. Я хочу получить ответ, почему... Потому что вы подали в суды. Также в рамках выездного мероприятия Лукашов посетил улицу Алуштинскую. Здешние жители жалуются на регулярные подтопления домов, которые случаются после выпадения осадков. Причина – отсутствие ливневой канализации. Из-за хаотичной застройки данной территории граждане должны сами принять решение, где устанавливать коммуникации для водоотведения, а администрация поможет материально, подытожил Игорь Лукашов. Егор Зайцев, служба новостей ИТВ.